Давление кислорода 152 килопаскаля, а среднеквадратичная скорость его молекул 545 метров на секунду. Определите плотность кислорода. Для начала запишем дано. Давление P равняется 152 килопаскаля. Переведем C. Это 152 на 10 в третьей паскаль. Среднеквадратичная скорость V равняется 545 метров на секунду. Определить плотность. Плотность газа неизвестна. Напишем формулу давления. Давление P равняется nKT. Концентрация N равняется число молекул N, деленное на объем. Кинетическая энергия равняется 3 вторых КТ. Также кинетическую энергию можно найти по формуле m нулевое v квадрат, деленное на 2. Эти формулы нужно знать. Воспользуемся формулой давления. Давление P равняется nKT. Концентрация N равняется число молекул, деленное на объем. Поставим нашу концентрацию в выражение для давления. Тогда у нас получается, что давление P равняется число молекул, деленное на объем, и умножить на КТ. Воспользуемся промежуточным равенством для кинетической энергии. Тогда у нас получается 3 вторых КТ равняется m нулевое V квадрат, знаменатель 2. Выразим отсюда температуру T. Температура T будет равняться m нулевое V квадрат, знаменатель 2. Все это умножить на 2, знаменатель 3К. Сократим двойки. Подставим нашу температуру в выражение для давления. Тогда отсюда у нас получается, что давление P будет равняться N, деленное на объем, умножить на К. Все это умножить на температуру. Это M нулевое, V квадрат, знаменатель 3К. Заметим, что К мы можем сократить. Также масса газа будет равняться масса одной молекулы на число молекул. В нашем выражении для давления есть это произведение. Заменим его. Тогда у нас получается, что давление P равняется масса газа на скорость V квадрат, знаменатель 3 объема V. Плотность газа равняется отношение массы газа на объем V. Заменим это соотношение в нашем давлении. Тогда у нас получается, что давление P равняется плотность газа умножить на скорость V квадрат, знаменатель 3. Выразим отсюда плотность газа. Тогда у нас получается, что плотность газа будет равняться 3 давления P, знаменатель V квадрат. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда у нас получается 3 умножить на 1, 152 на 10 в третьей паскаль. Знаменатель, скорость V квадрат, 545 метров в секунду. Все в квадрате. Посчитав, получаем 1,5 килограмм на метр в кубе. Запишем ответ. Плотность газа равняется 1,5 килограмм на метр в кубе. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.